Сбрасываем. Я не парюсь, старый фанат, я просто... Мне временами интересно это обсуждать. Интересно это обсуждать, потому что, ну, как бы... Иногда приходит понимание ко мне от людей, иногда непонимание. Но, как бы, поболтать на эту тему всегда весело. Так или иначе. Да, я вот думаю, куда модулятор может понадобиться. Но пока что пусть лежит. Угу. Угу. Вроде норм, вроде норм. Ничего, скоро метро выйдет. У меня очень смешанное ощущение от метро. Я все думаю. Только, знаете, я очень отрицательно отношусь к сюжету метро, потому что мне он не нравится. Ну, просто бывает такое. Но метро мне всегда нравилось ощущением какой-то вот закрытости. Все время было ощущение какой-то... Атмосфера, короче, была очень густая. Игра называлась метро, потому что ты ходил в метро. Вот, и постоянно ты ходил по каким-то катакомбам, по подземельям. Это было реально круто. Это было, ну, какая-то тайна была. И была атмосфера до мурашек. А сейчас какой-то открытый мир увидели. Там то ли Таджикистан, то ли Казахстан какой-то. А, Каспий, вот. Типа, бегаешь по пустыне. Выглядит как Far Cry. Мне Far Cry не то чтобы очень прям сильно нравился. Не знаю, короче. И открытый мир опять же. Сейчас что, блин, мало шутеров с открытым миром, что ли? Метро был своим уникален тем вот как раз вот этой смесью полуоткрытого и полузакрытого мира. Скорее даже линейный просто. Линейных шутанов довольно мало. Кириллов, не беси меня. А тут очередной, блин, шутер с открытым миром. Обоссаться. Давно в такое не играли. Будем ехать на поезде. Все, что от метро осталось. Похоже, железная дорога. Спасибо. По Волжье как бы лул. Почему же тогда демонстрация на YouTube называется Caspian Gameplay? Каждой бочке найдет своя затычка. Far Cry New Dawn. Я, наверное, даже играть не буду. Но Ubisoft пришлет, посмотрим. А потом, наверное, вон Диме отдам, он играет в Ubisoft, прям ему очень нравится. А я так, некоторые вот, Одиссея мне понравилась, но так я не играл в нее, потому что слишком много фарма. А Far Cry, представь, что там будет, вот это вот новый. Типа, бояться двух новых злодеек? Я их не боюсь, я здесь только ржать буду. Обидно причем. Какая-то подозрительная атмосфера, ты знаешь. А вот Одиссей полный отстой. Я бы не сказал. Она довольно любопытная. Если, конечно, отвлечься от того, что это вообще не Assassin's Creed. Она... пойдет. Там неплохой открытый мир и... в целом. Ну, такое, короче, на любителя. По мне, так чуть-чуть-чуть выше среднего. Васа, сложно переплюнуть. Мне нравится, на самом деле, знаешь, больше не Far Cry 3, а Far Cry 4. Он глубоко вторичный, но просто третий я играл мало, а четвертый много. Я, по сути, начинал с четвертого, поэтому, как обычно, первая игра, она считается для тебя самой, ну, в общем, интересной в серии. Ну, из этих я, в смысле, не имею в виду там Far Cry от Crytek, который был. Тот-то вообще про другую степь. Assassin's Creed на синдикате кончился, как по мне. Я вообще синдикат не перевариваю, я не могу играть больше 5 минут. Юнити все ненавидят, мне понравилось. Короче, вкусовщина все. Такие все игры. Ubisoft не могут сделать прям отличную игру. Все постоянно срутся. Поэтому у них такая репутация сейчас. Сделали, блин, For Honor. Игру все ждали, вышло вот это вот. Потом в результате сейчас они сделали ее намного лучше вроде как. Но уже вроде как онлайн увеличился, но все равно уже того не вернешь, чего они хотели. Rainbow Six поначалу вышел, все разочаровались, пипец. Но потом постепенно... постепенно вернули.
и Rainbow сейчас неплохо заходят людям. Ну, короче, такое. Давайте на игре сосредоточимся. And you may be subject to disciplinary measures. Что вообще может пойти не так? Верно? Судя по звукам, где-то что-то еще шевелится. Но где и что, я пока не пойму. Понял. На, родной. С Богом. Мне кажется, только кое-кого убили, мне кажется. И кое-кто не придет. Ах, слабак. Серьезно, еще? Так, ну-ка нахер. What the fuck? Я что-то всрался. Как ты успел? Он пробежал 10 метров за секунду и схватился за мою жопу. Я что-то обосрался, блин, как я не знаю кто. What the fuck вообще? Я ж адреналину хапнул опять. Так, типа, у нас как бы есть ID-браслет. Все, погнали. Да? Никто не пришел. Никто не попытался меня убить. А все почему? Потому что его порвали напополам. Это сделал Биркин. Буквально недавно. Комп проверить, что? Какой и где? А, этот? Да, кстати. Почта Байрона Картрайта. А, да, слушай. Отправитель Уильям Биркин. Тема: высокий приоритет усиления охраны. Когда это гнездо превратилось в гнездо шпионов? 3 в прошлом месяце, 4 в этом. И это лишь те, кого мы поймали. Усильте охрану, Картрайт. Или вы хотите кончить, как ваш предшественник. Кроме того, с сегодняшнего дня я ограничиваю доступ к западному крылу. Игнорируйте все запросы из штаба по поводу информации ОГ. Начальство все равно палец о палец для проекта не ударило. Отправитель, нет ответа. Автоматическое письмо. Так, внимание, несанкционированный доступ, несанкционированное распыление гербицида в восточном крыле. Уэн Ли. Угу. Так, ну для лора, в принципе, норм. Порвали пополам, тут ничто не умирает с первого раза. Поэтому да, я его тоже ждал. Если показывают, что оно куда-то упало там. Или его чем-то засыпало. Считай, что он жив, вернее. Считай, что его не проняло, что ему вообще пофиг. Вот если показывает, как его там разложило на атом или расплющило в блин. Вот, тогда он умер, да. А так, типа там, вот, упал куда-то и тому подобное. Но тем не менее, он, похоже, мертв. Как он сценарий за Леона тут мне дал просраться.
Так, и чё? Мне к Эшли возвращаться или сначала с мостиком? Похоже, сначала с мостиком. Так, ну тут не так много места, если, конечно, тут не будет что-то своё. Ой, Эшли, господи, я Эшли сказал? Леон, помоги. Эшли, блин, оденься. А оно такое было? Не-не-не, подожди. А оно такое не было, по-моему, нет? Или оно такое было? Эта дверь была расхерачена? Я не помню, честно говоря. Было? А, окей, ладно. Допустим. АВС. Так, изучаем. И делаем прекрасную музыку. Тихо-тихо, спокойно. Не слыша резких движений. Спасибо за освещение. Так, все хорошо. Это кабинет Биркина. Ну, не только этот, но и в целом. Слушай, а получается, вторую кассету мы просто не нашли? Нет, мы там все обыскивали, мы бы ее нашли, если бы она там была. Значит, ее просто не было. Интересно. Так, а красная у меня есть? Я не помню. По-моему, нет. А, вот зеленая и красная. Сейчас, секунду. Залип немного, как обычно. Так, тебя хранить. Возьмем, пожалуй, с собой что-нибудь подхилиться еще. Я могу их объединять вот так вот, а потом вот так вот, и лишний слот освободить. Здесь у нас зеленая плюс красная. Ножик у нас новый, лечебный спрей. Две, три зеленых травы. Зеленый, красный, синий. Так, это нам тоже пригодится. Зеленый, красный тоже пригодится. Да, и все, слушай. А и все. Work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire. Я знаю, что мы это видели. Давай еще раз посмотрим просто. What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. Как он ожил, чтобы вирус себе вколоть? Это объясняется тут потом. Так, впрочем, ничего нового, короче говоря. Что еще мы можем с собой взять здесь? На это у нас патронов нет. Это нам не нужно. Подожди, порох много. Нет, нам не с чем его комбинить. Электропушка мне и нахрен не нужна.
Не думаю, что она мне в принципе пригодится. А мне не понравилось. Только поэтому. Слушай, ножи, наверное, надо взять. То есть, если меня кто-то, допустим... Или подожди. Меня босс хватал... Да, возьму. Лишним не будет. Место еще, вон, парочку можно взять ножей. Если он будет за меня браться, то ему это не понравится. Как какого-нибудь Dead by Daylight. Так, ничего нового. Ничего нового. Тут внезапно выяснилось, что Биркин, оказывается, сотрудничает с правительством США. И его решили устранить. Ну и, короче, у них это неплохо получилось, судя по всему. Покажи... На кукле, где тебя босс хватал, понял? Видели, к чему в итоге эволюция этого костюма привела? А вы хотели, чтобы мы вот в таком были, да? То есть все вот это время. И мы не были бы грязными, потными, в кровище. Ладно, это ты правда хорош. Ну ладно, ладно, все. Надо, короче, к каноничному костюму. Интересно, что это такое? Типа энергоячейки какие-то. Вот здесь его застрелили. Вот эти глазницы — это самое отвратительное на свете. Да, тут все, в принципе, не очень приятное так-то. Так, порох много. А если порох много и порох много скомбинировать, дадут мне на автомат патронов? Ну, на пистолет-пулемет, я имею в виду. Сейчас посмотрим. Что мне дадут? Ну ладно. Хорошо. Не больно-то и хотелось. Красная трава. Спасибо. Давай еще одну хилку сделаем. Че-то, что ты смеешься, я не пойму. Че прикол? Я скомбинировал, что хотел. Или, типа, вы рассчитывали на что-то другое? В чем суть? В чем смысл вашего вот этого вот? Пистолет можно с ЛЦО взять? Да. А можно и не брать, потому что у него еще супер два мощных патрона. Чату палец покажи, да? Не только палец. Че я только что сказал? Я не то имел в виду, простите. Привет, хороший вечер. Саббат, мы уже практически прошли. Ну, то есть, у нас еще будет впереди много всего интересного, но спасибо. Мы уже давно сидим. Так. Look at that. All right. Hell yeah. Got it. Thank God. The antiviral agent. Gotta get back to Sherry. Можно я не буду этот компьютер трогать пока, ладно? Такой
Внимание, несанкционированный доступ. Самоуничтожение включено. Давай, давай. Да не, вроде все нормально, все хорошо. Может, там еще что есть, кстати говоря? Здесь вон есть еще какая-то капсулка, да? Я думаю, это капсулка для Леона. Это шутка была про самоуничтожение. Ну, конечно. I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I just couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. What about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with a G-virus in it. But that's no excuse for... Лицо мужественного человека. Да. Нравится? Что бы там ни происходило, мне было больно. Так, спокойно, спокойно. Спокойно. Ты сам не прочь погореть, да? Умён. Алон, у тебя вообще действует, нет? У тебя глаз вроде не убивает. Надо в глаз попасть. Не уверен. Не уверен, походу гранатомет не самая лучшая идея против него. Прям в глаз попадаешь просто, оно далеко не всегда с первого раза. Может, просто не попал, не знаю.
Да алло, господи. Неплохо, допустим. Спасибо. Те патроны, которые... Блин, о боже. Так, опасность. Между тем, надо подлечиться. Все будет хорошо. Не знаю, сколько точно нужно попадать в глаза, но... Я вроде попадаю. Причем у вас глаза покраснели, вы понимаете? Так, спокойно, спокойно, все под контролем. О, да, эта штука нам тоже очень нужна. Спасибо, игра-то прям... Делаешь все как надо. На, лови. Охерена, долетела. Прям куда... Ты шо кончил? Спасибо за флешбэнг. Игра, ты прям троллишь меня, да? Давай, сучонок. Не-не-не, больше не давай, сучонок. Так, внимание, пока внимание. Так, крупнокалиберные патроны. Спасибо, короче, игра, прям за все те патроны, которые ты мне даешь. Я скоро, походу, буду его ножом бить. Нет! О боже мой. Так, все не очень хорошо, но, в принципе, терпимо. Я не мог никуда деться там. Да-да-да, именно сейчас... Дура! Я ж перезарядился! Ух. Что ты там нервничаешь? Это напоминает Арториас. С той же самой тактикой. Давай, повернись сюда. Не надо ничего бросать, алло. Воу-воу-воу, потише! Там что-то было, кстати говоря. Да, с пистолетом против него это, конечно, прикольно. Так, опасность, надо хилиться. Хорошо. Флэшбэк. Игра просто троллит вообще. Я знаю, я сам туплю. Да, с огнеметом-то попроще было.
Так, что мы можем сейчас сделать? Можем материться, можем бить его ножиком. Либо подстреливать оставшиеся патроны. Давай, иди сюда, давай. Я же нихера не вижу, что там происходит. Спокойно, спокойно. Так, шо? Хотел ножом попробовать. Отличная идея прям. Игра, пощады, пощады. Что это? Это, блять, просто 50 патронов на револьвер. На изи вообще. Как хочешь, говорит, братан, справляйся. Игра не особо щадит меня в этот раз. Хороший бросок, хороший. Давай, иди сюда. Ох, да. Я даже не знаю, что сказать на самом деле. Так, давайте по карте посмотрим, что у нас тут еще есть. Граната. Полезно, конечно, полезно. Если бы у меня было хоть небольшое представление по поводу того, что возможно, возможно. Здесь будет даваться, блин, патроны для револьвера. Это было бы заметно проще. Ну да ладно. Да, это второе прохождение же. Спасибо. Так, ты пока отдохни, наверное. Я возьму вот этот пистолет, он может мне... Не, подожди, где он? Вот этот вот. У меня на него внезапно патронов стало довольно много. Ты мне сейчас тоже не понадобишься, но вот электрическая пушка может затащить. И... да. И вот, собственно говоря, тоже неплохо. Прям даже интересно, где в эти моменты тогда шарится ли он. Да, есть такое. Я на самом деле сам виноват. Все пушки я не взял с собой, по сути, и понадеялся на то, что, в общем, того, что у меня есть, мне хватит. А в итоге ему вообще абсолютно посрать было на эти кислотные патроны, если они прямо в глаз не залетают. А с ними, как вы знаете, это сделать довольно сложно. Так что, в общем, ну, убили с первого раза, по сути. Спасибо, хамелеон. Шерри. Хил забыл? Нет, не забыл. Annette? Sherry?
how are you? Okay. But you don't look so good. Мама? Да, я думаю, там ударом переломало все внутри. Oh, thank God. So Sherry's gonna be all right? She'll be weak for a little while, but yes, she's free of the G virus. Did you hear that? What happened to her? She was attacked by the monster. Don't worry about me. Take my daughter to safety. I'm sorry, Sherry, for everything. Your life is what is important. We can't just leave her here. You're right, we can't. Леон, твою мать! What does that mean? It's a self-destruct code. In case a G-virus leaves the building. Please. Save my daughter. Не знаю, мне нравится, как здесь Аннет показали. Ее тут нормально показали. В предыдущем сценарии она просто злой сукой была, потому что... Sherry. А теперь вот Атош. Ее как-то, блин, более жалко даже по сценарию, чем ту же самую Эйду. Вот, несмотря на то, что у той было смазливое личико. Вы понимаете, да? Ого, тут все валится. Такого мы еще не видели. Let's get the hell out of here. Attention. Self-destruct sequence initiated. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom level train platform. Attention. Self-destruct sequence initiated. Use the central elevator. Claire? Yeah? Thank you for being so nice to me. For helping me. I'm really glad I met you. I'm really glad I met you too, Sherry. But save your thanks until I get you out of this place. Спасибо. Нам, походу, это сейчас понадобится. А чё-то как такового нет, если что. Так, здесь по-прежнему определенные проблемы.
Так, что мы можем с собой взять? Я думаю, что может быть что-то там пойдет как-то не так, поэтому давайте сделаем так, чтобы у нас все было хорошо, окей? У нас куча патронов, у нас есть хилки. И в целом норм. Так, я где-то что-то пропустил? Нет. Нож. Этот нож не должен быть самоуничтожен. Где он? А, вот он лежит. Шерри, быстрее, пожалуйста. О, нет. Шерри, run! Спокойно. Так, еще одна трава. Еще одна зеленая трава. Шерри, спасай себя! Леон только что разобрался с Биркином. Угу. Ох, нехорошо, нехорошо. Это значит, что ко мне сейчас что-то полезет. Нет, только не щелкунчик, я лох. Шевели батонами, пожалуйста, я тебя прошу. Отдохни. Белая, поспеши, пожалуйста. Они сейчас станут. Бей. Молодец. Боже, раскаленные баллоны вот эти вот реально. Понял, уходим. На тебе в пяточку. Ахиллес. Что мне с собой нужно взять? У меня вроде как все нужное. Что-то ненужное у меня есть. И что мне взять? Так, у меня есть аптечка, у меня есть одна граната, у меня есть куча патронов, которые можно потратить. Но пушки на самом деле такие себе. Я, пожалуй, возьму с собой вот это вот. На случай, если где-то там найдем гранаты. Мало ли. Так, у меня же точно нет гранат. Походу нет. Что бы еще взять? Блин, может быть мне с собой тот пистолет взять? А, во, кстати говоря, да. Пускай так будет. Зачем три ножа? Потому что меня могут хватать, я буду отбиваться. Ножом это самое милое дело. Так, все хорошо. Так, подожди, девочка. Ножи нам, походу, не пригодятся. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что эти ножи это хороши. Подожди, объединить? С чем можно объединить нож? Привязать его к другому ножу, может быть. Так, это нам понадобится? Наверное, понадобится, не знаю. Ладно, прорвемся, давай, погнали.
Два слота. Жестко. Так, сюда нужен пусковой механизм. Где мне его взять? Время идет. Где его взять? Не паникуем. Скорее всего, внутри. Так. Тютелька в тютельку хватило места. Good. Be careful. Always. Вы же понимаете, что миниган такого размера ее просто унесет отдачей. Ну это бред, конечно. Так, все, с Богом. Working. Claire! What? Leon? You're down here too? Yeah. But the whole place is coming down. Look, you need to get out. Fast! I know. I found a way out. I think we can all make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Leon. Leon. Damn. Так, хорошо. Полторы минуты. Бросить так бросить, допустим. Что-то грядет. Что-то грядет. Это кто? What the fuck? Ты кто? Биркин, это ты? Ох, подурнел. Ау. Настолько уродлив, что я даже не признал. Хорошо. Ох, нехорошо. Так. Фух, внезапно. Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Нехорошо, он бьет, конечно. Я не мог никуда деться, я был зажат в стены. Ох, он жесткий. Прям аптечки аж кончаются. Да твою мать, боже. С этой скоростью передвижения ты никуда не денешься от него. Боже, это рип. Пиздец, меня убило просто. Так. Хорошо, ладно. Довольно закрытое пространство для такого вот этого вот. Ладно, допустим. Проблема та же самая, то есть ты слишком медленный для того, чтобы повернуться.
Но я думаю, это ненадолго, как бы. Мы скоремся. Жизнь за это от нее. Беги! Вот смотри, она бежит. Просто посмотри на эту скорость передвижения. И на ее спокойствие. Пушка, на которую я больше всего мошнил, меня вытащила. Прости, пушка. Ты теперь моя любимая для Клэр. Просто лучшая пушка на свете. Это был прикольный сценарий, даже из сценария, но он был реально охрененный. Это Леон? Я уж подумал. Леон! Это так хорошо! I told you we'd make it, didn't I? You did. Who's this? This is Sherry. Okay. Jesus. Нет, это сценарий Б. Да, да, да. Это сценарий Б. Леон, может, вместе пойдете? Вы через такое прошли? Через такое? Боже, у меня слишком мало патронов. Но у меня есть еще эта пушка. Я думал, что, возможно, нам придется с чем-то еще столкнуться. Поэтому экономил до последнего, как вы видели. До последнего экономил. Так, мне нужна эта зеленая трава. Мне нужно все. Тупо финальный босс. Интересно, а может быть мне один нож с собой взять?
Так, у меня 4 аптечки. Угу. Хорошо. Не знаю, стоит ли мне брать с собой гранатомет? Сложно сказать, будут ли там патроны под него, потому что это нас уже подвело один раз. Давай-ка я возьму, пожалуй. Будет спокойней. Лично мне, по крайней мере. И деревянные доски надо взять. Сейчас, подожди, свепка. Сейчас все равно будет. Катсцена. Нож. Значит, пригодится. Ага, так, порох много. И порох много. Сейчас опять патронов на пистолет дадут. Ну, допустим, допустим, ладно. Хорошо. 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 Знаешь, я, пожалуй, скину, наверное, УЗИ. Что-то у меня большие подозрения по поводу того, что... Большие сомнения по поводу того, что на него что-то дадут. Сейчас, секунду, секунду, гайс. Погнали. Понял. Катсцен не будет. Здрасте, здрасте. Ох, твою мать. Левиафан. Да не очень много так-то. О, боже мой. Оком, который долгое время был визитной карточкой серии Resident Evil. Ну что, это истинная концовка, дамы и господа. So, are you guys like boyfriend and girlfriend? No, we're just... Well, we actually just met last night. Yeah. That would have been one hell of a first date, though. Yeah, you have no idea. Look, he might be able to give us a ride.
What if it's not just the city? Get Sherry out of here. Come on. Is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. Adopt you? We can get a puppy. Puppy? And a parrot. Parrot? I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. Круть! Вот это реально крутая концовка, потому что в сценарии ты такой, типа, чё вообще? Я на самом деле немного разочарован сценарием Б, потому что это был именно сценарий Б, как вы видели по концовке. Здесь... очень много контента было именно что с первого сценария, то есть очень много повторения было. И это на самом деле было не очень хорошо, зато в конце был настоящий разрыв, то есть все показали как надо. Вот. Мне понравилась игра, как вы знаете, довольно сильно. Но, короче, слушай, а город-то взрывает Raccoon City в третьей части же, да? Третья часть одновременно идет же вроде. Ну, короче, 10 из 10, и все круто, и, блин, я даже не знаю, что еще сказать. Мне все понравилось. Но сценарий Б все-таки мог бы быть и получше. Получше. Несмотря на то, что было много реального контента, и показали персонажей других сторон, типа Аннет тоже. Вот, все-таки хотелось бы, чтобы контента было побольше. Именно во втором сценарии оригинального, я имею в виду. Потому что многие действия, которые делал Леон, ты делаешь по новой. Это типа как-то не вяжется с тем, что ты одновременно с ним действуешь. Это тупо запорото. Так, ну что, вот Артур Нытик. Окей, хорошо. Хорошо. Обидно, конечно, было. Но что поделать. Нытик так Нытик. Теперь Ханк, я думаю, да, сейчас посмотрим, наверное, откроется что-нибудь эдакое. Не, ну на самом деле под конец был настоящий рвач, было круто. Вот то, что второй раз с Биркином пришлось драться, ну там, с финальным боссом, это было тупо, по-моему. Это надо было оставить для Леона. Кошка Мур, я играл именно тот сценарий. Если бы ты разбирался в вопросе и знал бы, чем заканчивается оригинальный сценарий Б, вот, вот этим вот заканчивается как раз-таки. Вот, собственно, ну ты можешь, конечно, там иронизировать, но, собственно, так оно, в общем, происходит. Скипы титры? Да нет, по-моему, надо их досмотреть до конца, потому что там еще может быть какая-нибудь сцена. Когда сценарий А за... Как тогда сценарий А за Клэр пройти? Ты вначале выбираешь, с кого ты начнешь, и после этого тебе открывается дополнительный сценарий в меню. Вот такие дела. Я хочу посмотреть по-быстренькому за Ханка. Так, походу оповещение пора отключать, потому что вот это вот. Будет еще на выходных резик? Посмотрим. Посмотрим. Сейчас многое нужно успеть. Вон, говорят, Below Zero вышло. Ну, Subnautica. Вы понимаете, да? Надо будет посмотреть. Завтра. Anthem, может быть. Но не сильно хочу. Blackout. 30-го вроде выходит. Нет, вон в комментариях писали, что сейчас выйдет. Игра короткая. Кстати, да, сценарий Б мы прошли за сколько? Часов за 7, наверное. Марафон заканчивается? Да, марафон закончен. Мы все, что хотели, сделали. Теперь тебе открыты 3-4 сценарий. Ну да, это за Клэр нужно пройти первое. Но я не вижу смысла, учитывая, что сценарий А и Б отличаются так слабо во многих моментах. Зачем проходить сценарий А, который будет вообще практически не отличаться тогда? Не знаю, посмотрим.
Именно по финальному боссу можно сказать, что это был сценарий Б. До этого у меня были сомнения, но этот босс появляется только в истинной концовке. Вот, поэтому, соответственно, теперь у меня появилось понимание того, что вот это вот... Это все, идешь отдыхать. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, если Хэнк открыт. В чем на самом деле есть сомнения, посмотрим. В Стиме написано, что Below Zero 30 января. А кто мне написал, что оно вышло тогда? Сабнафтика в раннем доступе с... А, ну, окей, короче. Это даже хорошо. Это даже лучше. Не злись, это шутка, люблю по-гейски. Ну, я не злился, ну, камон. Просто, да, нытик. Высказываю свое мнение по игре. Мне многое в ней не понравилось, серьезно. Вот, то есть, в боевых сценах, допустим, довольно странно реализован ближний бой. То есть, главный Грэнни бегает, как будто удав, спокойно, и похер, что вокруг нее вот такие вот ебаки бегают, у которых там руки больше, чем она вся. И вот с такими вот когтями, и машет ими, она такая... Я бы там бегал бы вот это вот. Каких-то уворотов нет. То есть ты бегаешь реально как какой-то, блин, манекен сраный. Ну, робот вот это вот. И ничего не можешь сделать. При том, что ты видишь замах там за 5 секунд. Замахиваешься, думаешь, такой, повязываешь себе глаза, короче говоря, выпиваешь саке, садишься и начинаешь ждать. Потому что ты один хер не успеешь увернуться. Есть такие моменты? Есть. Но это мое. Нытик, значит. Да? Хорошо. Еще то, что ты стоишь здесь... Он стоит здесь, он замахивается, у него рука вот до сюда, и тут внезапно тебя притягивает, и он тебя хватает. Вот, ну, не знаю, мне это не понравилось. Но это как бы такие мелочи, на самом деле, я повторюсь, это, наверное, пока что главный претендент на игру года. Ну, пока что. И, помимо всего прочего, лучший резик за последнее время, реально. Вот именно тот резидент, который мы любили, только на современных технологиях. Наверное, после титров будет анонс третьей части или намек. Тронинг, если бы это было, то уже, я думаю, через 5 минут после того, как, собственно, спало эмбарго, об этом трубили бы все новости. Уже давно было бы известно. Не раскатывай губу. Но я думаю, что это будет, на самом деле. Last of Us еще будет. Я что-то, на самом деле, вообще сильно сомневаюсь по поводу Last of Us. По-моему, Naughty Dog уже не те. Допустим, последний Uncharted, вот этот вот, как он там назывался, Legacy, который был про Хлоя, он был довольно слабым, по-моему. Ну, не знаю, посмотрим. Они сами подтвердили в итоге, что это рендер был на конференции E3, ну, то есть на игровом движке, но там все срежиссировано было. Посмотрим, короче говоря. Лучше всегда ждать лажа, тогда потом не разочаруешься в итоге. Я знаю, что Legacy делал не Дракман, и тем не менее... Короче, ну ты понимаешь. Посмотрим. Джин Такеучи. Красава. Почему играл не на японской озвучке? Потому что меня бы с потрохами сожрали. Если бы я... Я смотрел ее в демке, она эпична, реально. Попробуйте поиграть на японской, если будет возможность. Рейтинг по-прежнему C, потому что режим игры стандартный. 7 часов. За 7 часов 42 сохранения. Я думаю, что на стриме только так и можно. Вот. Крах Амбрелла. Ей. Откройте настоящую концовку. Вот и все. Я думаю, вопрос снят у тех людей, которые вот это вот... Опять 42 сейва, да? Потому что 42 — это ответ на главный вопрос жизни.